Всем привет! Вы на канале Полина Твин. И я решила начать наконец-таки снимать неделю влогов в октябре, октябрьскую. И сегодня 19 число, как я помню, суббота. И как раз-таки во вторник я 22 числа поеду в поездку в Москву. Поэтому вам тоже покажу, вот как мы поедем, что мы там будем смотреть. А сегодня завтрак, школа. Потом пофоткаю Сусанну, камеру как раз мне нужно будет сегодня принести, она попросила пофоткать ее. И затем буду либо я ждать бабушку, либо она меня, и мы поедем домой. Так как папа, Саша и мама поедут на день рождения знакомого, вот. А мне просто еще уроки делать на всю неделю, на следующую, сразу, чтобы потом не делать. Поэтому я останусь дома. Кушаю, приятного аппетита. Сашок там спит, поэтому потише пока что. По-моему, он поедет сегодня с папой по делам. Я уже надела линзы. Немного макияжа, как обычно, брови. Я их накрасила, уложила гелем для бровей. Ресницы тоже уложила гелем для бровей. И помада. Блеск для губ. Вернее. И осталось собрать рюкзак. Рюкзак собран. Сказала маме, что выходим через 10 минут. Но я не знаю, что мне надеть. Да. Это я вчера так разделась. У меня есть штаны и кофта. Все отлично, я знаю, что надену. Я еще надеваю в школу иногда колечко, не знаю, какое надеть. Вчера надевала вот это, которое родители подарили. Сегодня, думаю, надену вот это с короной, которое Санна подарила. Ну что, мы собрались, мы, в смысле, я и мама. Мама, доброе утро. Да, время 44 минуты, ну почти. Я думаю, мы успеем доехать до 8. Я тогда все собираюсь. Пыталась сделать себе хвост нормальный, три раза не получалось, стояла так, как есть. Мне надоело, и тем более уже времени много было. И на улице вроде пока что без дождя. Пока что. Надеюсь, дождя не будет. Да. Едем в школу. Уже прозвенел звонок на урок. Уроки у нас там... Ой, перемены, потому что маленькие. Сейчас мы пишем фразы по английскому, никто ничего не помнит. В общем, я не успела договорить, потому что начался урок. Мы не писали сегодня фразы, так ученица забыла листочки с фразами. Просто писали в тетради, проводили слова через свет, лезть. Не знаю, что за оценка у меня законтролилась. Надеюсь, что не скажет сегодня. По геометрии я переписывала утром, приезжала пораньше в предыдущую самостоятельность. Бабушка сейчас позвонила, сказала, что она потихонечку сейчас пойдет на трехсвятскую к нам. Я жду Сусанну. И ученица алгебру больше не проверила. Она сказала, что она проверит либо сегодня, либо завтра. Я что не сделала? И что еще хотела? Это было? Опять по русскому за словарный скрамп. И еще был, мы писали тест, но мне не раздали. Не знаю, где. Спрошу ученицы в следующий раз. Эти салфетки со спиртом. Очень прям сильно пахнет. Мы пойдем. Куда мы пойдем? Куда мы пойдем? Ну, короче, в центр, в кафе какой-нибудь. Заодно пообедаем там. Я распустила волосы, голова устала. Что у меня на голове, я не понимаю. С Сусиком идем. Сусик у нас с выпрямленными волосами. Реснички немножко подвила, губки накрасила. Сейчас пока придет, все придется делать заново. Потому что не заканчивается на камере. Солнышко, хорошо, ветерок в нашу сторону, волосы в глаза не лезут. И мы топаем по Трехсвятской. Там бабушка. Бабушка нашла в сторону нас. Жарко на улице, показывает типа 16 градусов, но как-то все равно, это при том, что еще ветерок. У меня вообще показывает 9 градусов.
14 градусов. Ну, не знаю, ощущается как 20, мне кажется. Ой, хорошо. Мы пофоткались на улице. Бабушка, привет. Бабушка, не надо. И сейчас идем в Бонвиль. Скорее всего, там, сам говорит, она не точно. Блокноты бабушки вычеркни отсюда. Блокноты бабушки. И будем там заказывать еду, конечно, обед. Пока мы будем обедать, я еще одновременно буду фоткать Сану. Я снова забыла, что снимаю влог. Что мы будем творить, я не знаю, я вчера помылась. Я хочу сказать себе спагетти с курицей. Сана, что ты хочешь? А, сэндвичи, да? Сана хочет сэндвичи. С индейкой, маринованной капустой, корнишонами, томатами, луком. А, с куриной грудкой, беконом, яйцом, жирными овощами. И кроме десерта она хочет еще и попить. Я хочу взять кофе, а ты что? Попить. Чай, подосочек, фреша, чай. Ну, в общем, сейчас посмотрим, позаказываем, я покажу все. Прекрасный вид. Там, короче, есть камин такой осенний, типа. Сана смотрит фотографии, какие мы получились. И принесли салфеточки для сэндвичей. Бабушка с Саной сказали сэндвичи. Я сказала себе пасту, ну, спагетти. Заказала кофе, попью кофе. Сана заказала себе какой-то десерт. Синнабон, да, заказала? Да. Я подумаю, что, может быть, тоже что-нибудь возьму. Вот, солнышко светит, классно. Саня принесли синнабон. Я впервые вижу вот это вот чудо. Сана такая, а его приборами нужно есть. Ну, пахнет кофе аппетитно. Вау. У нас причем разные рисунки. У меня вот такой рисунок. У бабушки другой рисунок. А бабушки такой рисунок, да. Так, не просились бы. А сон какао. Просто. Должно было быть маршмеллоу, но маршмеллоу нет. Кофе, кофе, кофе. Я хочу сфоткаться с кофе. Бабушка с Саной думали, что им принесут первым, но нет, принесли мне первую пасту. Я сейчас хочу подключиться к камере, скинуть фотки. И приятного мне аппетита! Бабушке с Саной такая вот вкуснятина, только что прямо принесли. Да. Приятного вам тоже аппетита! Спасибо! Не буду показывать, а ты ешь, покажу только тарелку. В общем, мы с Саной поели синнабон напополам. Я себе чуть поменьше кусочек отрезала, все-таки мне нельзя как бы. Попробовала, мне понравилось, в принципе, но очень сладко. Выпила кофе, бабушка тоже выпила кофе. Свой, Сана выпила свой какао. И мы сейчас ждем, что? А, что выпила? И сейчас ждем, когда Сан заберет папа, и тоже с вами поедем домой на такси. Мы вышли уже на улицу, рассчитались, покушали, пофоткались. Сан сейчас папа заберет. Ой, Сану сейчас папа заберет. И мы на такси поедем домой тоже. Тебе не жарко? Сан закутывает шарф. 4 часа дня. Мы фоткались. И, ну, как бы, в общей сложности мы после школы 3 часа сфоткались, кушали. Да. Ветер опять в другую сторону дует. И что? Ну, на улице вроде чуть-чуть похолодало, а так все так же хорошо. Ну что, я начала делать уроки, решила вам показать труд, который будет у нас в среду. Нам нужно написать бизнес-план для чего-либо, для какого-либо бизнеса. Это мы написали часть первой страницы, я просто посмотрела, вот до сюда мы написали. Вот. Нужно еще примерно столько же, и сзади еще столько же, сколько в общей сложности. Я не знаю, как долго я буду это писать, но надо. Это мне нужно будет позвонить Сане, с ней согласовать. Сейчас буду делать остальные пока что уроки, стоять, не падать. Задали кучу всего. По геометрии распечатка. По алгебре тоже там что-то много номеров. Не помню, какие бабушка. Вот, я не вдала. О. Ну, да. Поездка в Москву.
дежурство, курсы по математике, курсы по английскому. Во. У нас были курсы в пятницу, но так у нас курсы на седьмом уроке, типа уроку нам ждать приходится, решили перенести на четверг, попробовать седьмым уроком. Вот. Ну что ж, я подделала уроки и сейчас буду уже заспать. Так Санька нет, лягу на его кровать. В общем, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, до завтра.